за какими-то титулами, для нее это не главное. А вот если с детьми будет, и с одним, как? С удовольствием, я думаю, что дети всегда... Вы готовы уже быть, прямо уже мамой готовы? Да. Яночка, а если вот он, допустим, будет из простых? Да, пожалуйста. Очень много достойных людей. Я, опять же, не привязываюсь к титулу, не привязываюсь ни к чьей родословной. Для меня самое главное, что человек родился и от природы достойный. Ну, мне кажется, она говорит про меня сейчас. Значит,